Привет, Самара ГИС. Сейчас, когда коронавирус с одной стороны, а с другой стороны экономические проблемы, так и норовят нас вывести из себя, нам всем нужен позитив и спокойствие. А они, несомненно, присутствуют в творчестве Ивана Бунина. Так Иван Бунин – детство. Чем жарче день, тем сладостней в бару. Дышать сухим, смолистым ароматом. И весело мне было поутру. Бродить по этим солнечным палатам. Повсюду блеск, повсюду яркий свет. Песок, как шелк, прильнул к сосне корявой. И чувствую, мне только 10 лет. А ствол гигант, тяжелый, величавый. Кора груба, морщиниста, красна. Но как тепла, как солнцем вся прогрета. И кажется, что пахнет не сосна, а зной и сухость солнечного лета.